В эту субботу, 8 августа, в Чебоксарах на сутки отключат подачу воды. Постановление о необходимости провести ремонт подписал глава администрации города Алексей Ладыков. В связи с износом оборудования и трубопроводов, очистной водопроводной станции «Заовражная», сетей водоснабжения и водоотведения и насосных станций проводить ремонт будут одномоментно на 50 участках. Самые масштабные непосредственно у водопроводной станции. Здесь находятся три водовода, построенные в разные годы. Первый был введен в эксплуатацию еще в 1969 году. Для того, чтобы в дальнейшем они могли работать независимо друг от друга, здесь планируют установить клапан и затвор. Позволит в дальнейшем по модернизации программы развития системы водоснабжения в городах Российской Федерации, новый банк развития БРИКС, город-участник, и 1 200 000 000 рублей предусмотрено вот этих грантовых денег, выделенных, да, на модернизацию очистной водопроводной станции. Это сердце станции, оно производит воду. И это связано с тем, что вот сегодня нужно это немножко потерпеть одни сутки. Заранее всех мы уведомляем, переносим свои извинения. Без полной остановки главной водозаборной станции провести работы невозможно. На выполнение всех операций отведены ровно сутки. С нуля часов 8 августа более 300 специалистов будут трудиться на 50 городских объектах. Подобные масштабные отключения проводились в 2012, 2014 и 2017 годах. А до 2007 года эта процедура была ежегодной. Глава администрации города Алексей Ладыков отметил, что успешное выполнение комплекса ремонтных и восстановительных мероприятий – гарантия того, что предстоящий отопительный сезон пройдет бесперебойно и безаварийно. По его словам, на предприятии «Водоканал» посчитали, что семье из трех человек на сутки достаточно около 200 литров, поэтому больших запасов воды делать не стоит.